370 колымчан намерены пройти допризывную подготовку в этом году. Как и чему их учить, решали участники совещания в военно-патриотическом центре «Подвиг». Его курсанты – постоянные участники соревнований по стрельбе и военно-спортивного многоборья. В прошлом году сертификаты об окончании курсов получили 117 школьников. За 3 года допризывную подготовку прошли более 1000 школьников. Обучают их в Магаданском «Подвиге» и подобных кружках в поселках области. Одним из результатов организаторы считают поступление 100 человек в военные вузы страны.